Уличный турнир ветром сдуло вкрытый корт. Такой сумбур лишь на время выбил спортсменов из колеи. Но подвести команды игроки не могли. Впервые формат соревнований организаторы выбрали командный. В одном составе объединились парни и девушки. В итоге команду ждали три игры – парный микст и одиночные – у мужчин и женщин. В соревнованиях мы не стали на этот раз делить, что это соревнование вот только для новичков там, или только для тех, кто держит ракетку тут 1,5-2 года. А мы принимали всех желающих для того, чтобы тоже проверить, посмотреть, поиграть с разными партнерами. Формат соревнований пришелся по вкусу и участникам. Вместе с напарником каждый игрок получил и личного болельщика, что вселяло уверенность в новичков. Всего на корте встретились 32 человека. Состав участников был представлен хозяевами площадки, гостями из Владивостока, Дальнереченска и поселка Ярославки. За время соревнований игроки сломали две ракетки, сыграли около 70 матчей, а пара уссурийских команд поднялась на пьедестал. Серебро у Татьяны Холодкова и Александра Кирилюка, бронза на счету уссурийца Юрия Сополева и его напарницы из Владивостока Натальи Паламарь.